«Теперь, надеюсь, не станет грешить», — Миро высказалась о принявшей ислам Решетовой. Накануне Анастасия Решетова ошарашила поклонников признанием: она приняла ислам. Модель отметила, что некоторое время скрывала это, однако в итоге решила признаться. Сегодня о выборе экс-возлюбленной Тимати высказалась Лена Миро. Блогерша похвалила теледиву за то, что она обрела веру, но не одержалась от язвительных дополнений. Теперь в новой духовной жизни она, я надеюсь, не станет грешить, ходить полуголой, рожать без никаха, будет прятать лицо и вообще вести себя очень скромно. Беда только в том, знает ли Амина эти новые для нее правила, написала Лена в своем телеграм-канале. Вот как это выглядит. Вот что она написала. Так что теперь следите, господа из шоу-бизнеса, будет ли она ходить вот в таком виде, полуголом. Ну, могла бы и не одевать вот этот пиджачок или что это у нее. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.